Привет, народ. До этого было то открытие комплекса. Ну, сначала было техническое открытие. Мы испытывали все. Пробовали, как что работает. Потом было открытие комплекса. Приезжало много банщиков. И для меня это был такой все равно кипиш. А сегодня воскресенье. Сегодня приедет моя семья париться в баню. Мои родители, они вообще тут еще не были, они вообще вот этого ничего не видели, они даже, они максимум что видели, это когда мы фундамент закручивали, их тут вообще еще не было. А, семья моя, и мы сами хотим попариться в баньке. Я вот с утра приехал, солнышко вот недавно встало, с утра приехал растопить все. Купель я уже растопил, вон там дымок идет, чтобы в купели вода грелась. Сейчас заложил воду. Дрова в бане по-черному. Привез дрова, вон у меня там прицеп стоит. Привез дрова, потому что те дрова уже все кончились. И сейчас буду растапливать баньку. Баню по-черному топлю преимущественно обрезками липы с производства. Там немного лиственницы есть, но в основном липа. Изморалась, нет она вот с прошлого раза. Но вот полки мы, видите, моем. Лавка, она не обработанная, вот на ней немножко сажи есть. Но я сейчас в любом случае, когда растоплю, дальше буду мыть баню. Сейчас, кстати, наверное, со стен немножечко еще посметаю. Посмотрю, сколько на стенах осталось. Может быть, сажу со стен немного посметаем. Может, не буду. Сейчас поглядим. Вроде нету еще никакой сажи, нигде не висит, просто стены черненькие. Так что, ребят, погнали, растапливаю. Я сегодня без оператора, поэтому сам снимаю. Я вот заношу вот так вот картонки в баню и стелю их на полок, потому что здесь вот в одном месте немного смола капает. Вот, чтобы полок не морался, я вот так вот на полок накидываю. Окошко открыл, точнее снял его, у меня же форточка вообще съемная. Но сейчас будем растапливать. Плотненько-плотненько дрова заложены. Сверху разжигаю, сверху мелочь вон там вон заложена. Кстати, верхний радиатор, вот мы топили баню уже 4 раза, по-моему, вообще нисколько не повело. Говорили, что он умрет после первой, второй топки, весь его загнет. Он, видите, он там, он радиатор этот. Ничего с ним не сделалось. Все, ребят, у нас ручки в бане по-черному появились. И снутри, и снаружи, снутри, видите, низко, чтобы она в саже не была. Купель сейчас открыл. Купель открыл, там льда сантиметров 5, наверное. Но я его уже повыкидал. Ну вот он. Вот такой вот толщины был. Я его разбил сверху, повыкидал. А горячая купель топится уже. Периодически перемешиваю ее. В баню по-черному уже вторую закладку дров сделал. Первая закладка прогорела полностью, заложил вторую закладку дров. И вот сейчас вот только что растопил ванную печь. Но ей топиться меньше, ей 2-2,5 часа топиться. Тем более у меня там пол сильно был включен в бане. Там в бане внутри 35 градусов в парном помещении. Там печь только, грубо говоря, натопи, чтобы она массу тепла набрала. А, и все, и париться можно идти. Так что продолжаю лед выкидывать и топить дальше. В сторону, в одну откидываю лед, чтобы
люди, не дай бог, когда в снег прыгнут, на лед не напоролись. Вон около края так вообще нормально промерзло, но это ближе к боковой стенке, где не утепленная. Так, ну вроде все, прорубь готова. Плавать сегодня будем, плавать. Посидел, сейчас чайку попил и опять на обход побежал. Вот я дрова уже выгрузил, прицеп выгнал. И сейчас у нас будет... А, маленько надо дров взять. Неудобно, конечно, одной рукой. Ну ладно, бог с ним. Такую возьму. И такую, чтобы немножко... Немножко просто в печку добавить. Пока чай пил, немножко прогорело. Хотя угли еще есть. И вот мы сейчас... В грома. 30-го немного закинем. Дальше следующая печка. Я сюда прям вот вообще мелочевку накидал. Следующая печка Матея для купели. В нее прям вот эти вот все, вот эту вот всю мелочевку. Все, что на производстве остается, сюда все будет приезжать, и здесь в печах гореть. Вот сейчас разгорится, и дальше чан будет топиться. Так, и сейчас отсюда пошли в баню по-черному. Посмотрим. Я смотрю, просто там дым не идет. Значит, дрова прогорели и лежат у нас угли. Приход воздуха открыт. Дверь я тоже вот так вот приноровился открывать сантиметров на 7, на 8. Вот в бане, видите, дыма нету. Потому что там, скорее всего, просто много-много углей. Дверка не горячая, она из силиката кальция. И вы видите, там сколько углей много. Камушки красные. Огонек где-то через них прорывается. Камушки красные. Я, наверное... Больше подкидывать не буду, сегодня семейная баня будет. Мне много жара не надо. Оставим так, сейчас я ее буду закрывать, и пускай на углях настаивается хорошенько. В общем, чтобы приготовить все, не успевал все снимать, вот, в общем, чтобы приготовить все, у меня ушло 4 часа. Баню по-черному, на купель, чан, вот эту вот баню. Только у меня это, ребят, проблемка, вот сразу же... Капельщику говорили, что на жаропрочную смесь, вот, которая в мешках продается, плитка отпадет. Ну, не отпадет. Я говорю, отпадет, не отпадет. Завтра приедет переделывать. Будет делать на мастику. Просто это уже проверено, что на жаропрочный состав, вот этот вот, который в мешках продается, забыл название, найду, вставлю сюда видео, отваливается. Вот пятый раз, наверное, баню топим. Сегодня рухнула эта стена. Ну ладно, ничего не побило. Завтра приедет, будет на мастику переделывать. В громика. Насытить помещение влажностью. Я, в общем, всех уже попарил своих. И здесь я не по белому, и в бане по черному. Сейчас сам попарился. Они никто в купель не ходили. А я второй раз пошел. Первый раз заходил, лед здесь как раз разбивал. Вот вроде с утра его отбило уже почти сантиметр.
Там сейчас куча вопросов будет, наверное, почему не с головой. Об этом, наверное, в отдельном видео расскажу. Почему не с головой? Сейчас отдышусь. Сейчас я пойду догреюсь, а потом мы с вами в баню по черному сходим. Она прям такая уже настоявшаяся. Попробую вам атмосферу передать, как там. Пойдемте, попробую передать вам атмосферу бани по черному. Мы сегодня с женой там, я ее час, наверное, парил, вообще не выходя, просто вот в бане только были и все. Сейчас покажу. В ней нет света, свет поступает только через окошки, а в темное время, я даже не знаю, как вам здесь показать-то, наверное, на фоне открытых дверей немножко вам поснимаю, покажу. Ну, сейчас что-нибудь придумаю. Вот так попробую. Взял фонарик, телефон жены еще взял. Покажу вам. Вот смотрите, видите, до уровня печи, ниже стены, ну, условно чистые, выше они уже черные. Но если, конечно, вот здесь вот, вот палец чистый, если здесь вот так вот сделать, то палец будет грязный. Но зачем к ним прислоняться? К ним же можно и не прислоняться. Полок чистый. Вот смотрите, рука чистая у меня. Вот здесь вот даже вот, вот в этих вот местах он от стен брызги летят. Вот немножко вот пальцы изморал. Его просто помыл тряпкой и все. Здесь вот дышать просто вниз, как на массажном столе. Здесь окошечко открывается. К человеку прям свежий воздух сразу начинает идти. Обалденно просто. И вот такая вот печушка. Родители заходили попрощаться. Они вон поехали домой. Уже все напаренные. Вот она печка. Это топочное окно закрыто листом силиката кальция. Котел неровно сегодня поставил. Начал его ворочить. Ладно, так оставил, воды налил он. Криво стоит. Надо его будет поправить, воду слить. Вода там закипает. Сверху вот это лежит нефрит. Вот, смотрите. Вы даже не представляете, какой здесь аромат идет. Здесь нету запаха дыма, гари, копчения, вообще ничего этого нету. Здесь просто обалденно приятно. Вот эти стены тоже силикатом кальция сделаны. Уже сколько она? Ну, мы часа три, наверное, в ней парились. Я думаю, что здесь еще можно часа полтора смело париться. Камера не запотевает, потому что нагретая она, линза нагретая. И там вот, кстати, в чате говорили, что в воздухе сажа летает или еще что-то. Ну вот сами посмотрите, летает что-то, не летает. Если бы что-то летало, видно бы было. Во, вот видите, вот сейчас вот, вот здесь вот раз так чуть-чуть. Одна какая-то штучка такая пролетела. Мне сегодня жена сказала: слушай, такое, говорит, ощущение, что вот это вот все строилось ради ощущений вот внутри вот этой, внутри вот этой бани. Вот даже не там нигде. Ни в доме около камина, ни в бане по белому. Не в купелях, а вот здесь вот, здесь в бане по черному. Особенно, когда тебя напарят и остаешься здесь
один полежать просто в тишине, лежишь один, а вокруг везде бревно начинает пощелкивать так. Это пробовать. В любом случае, это пробовать надо. Это невозможно описать. Это надо пробовать. Что, поддадим еще разок? Эту воду, она все прозрачная, хорошая вода. Кстати, я воду наливаю, а потом здесь все топится. Ну вот, видите, вода какая. Хорошая прозрачная вода. Она там закипает. И ее я использую для поддачи. С собой я воду приношу, вот в таких черных ведрах, это в этом тазу я веники приносил. Здесь мягко-мягко. Здесь в этой бане по-черному настолько мягко, что отсюда просто уходить не хочется. Вот просто вот побудьте здесь сейчас со мной. Послушайте. Молча. И потом из этой бани по-черному выходишь вот сюда вот, в лес, в снег. Вот в эту купель. И как-то восприниматься начинает все вообще... Вообще по-другому. Я не знаю, не могу это описать. Приедут еще люди, кого буду парить, попробую у них поспрашивать после того, как они вот в баньке по-черному попарятся. Ну, я пока не могу описать что-то. Вот вроде какой-то сумбур говорю, но это настолько крутой сумбур. Просто душевный. Все, на этом, наверное, видео заканчивать будем. Мне здесь еще прибраться надо, где-то воду слить. Все, всем пока. Легкого пара.